Присаживайся. Здравствуйте. 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 Вот хочу отправить деда. На пенсию? Это не к нам. Нет, что вы. Наш дедушка уже так давно на пенсии, что его давным-давно пора отправить с пенсии на пенсию. За границу хочу отправить его. За кордон бы меня переправить. А, поняла. Дедушка, а есть какие-то предпочтения? Куда? Или, главное, отсюда? Понимаете, наш дедушка воевал, и мы бы хотели его на майские отправить в Берлин. Увидеть Берлин и умереть. А это про Париж. Это про меня. Деда. Ну что вы, дедушка, вы еще всех нас переживете, ну. С такими расценками на коммуналку вряд ли. Он хочет стресс снять. Дедушка, а каким видом транспорта предпочитаете путешествовать? Самолетом или поездом? На танке. Привычка. Да. Хорошо, я оформлю вам плацкарт. Там также тесно и постоянный стук. Значит, 8 мая туда, а обратно когда? Вы не поняли, это и есть обратно. Ganz. Wie lange mir das alte Judenlied nicht wollte. Opa, du bist 70 Jahre gelitten. Leiden weitere 5 Minuten, bitte. Scheiße. Aber welches Gerät?